Ну что, ребята, приветствую вас всех на канале. Наверное, для многих долгожданный ролик, так как он связан с все-таки техническим обслуживанием данной машины. И наконец-таки я в нее начну вкладывать бабки. Бабки, бабки, сука, бабки! Ну, хейтеры, сразу говорю, успокойтесь, потому что бабки будут вкладываться все-таки не в саму техническую часть машины, а во внешнюю часть, потому что я хочу машине придать больше блеска, освежить ее, так скажем, и чтобы для работы еще более защитить. Напомню то, что машина уже затянута полностью бронепленочку, но на этом я не хочу останавливаться. Хоть бронепленку не я клеил, а прошлый владелец, но все равно я хочу еще, можно сказать, улучшить внешний вид тачки. Это значит сделать керамику, химчистку, то же самое, руль, кстати, от химчистить тоже нужно будет, антидождь, в общем, дофигища бабла потратить тупо на внешку, чтобы она машина смотрелась еще лучше, естественно, но и чтобы она меня еще больше радовала. Ну и самое главное, то, что от керамики что хочу добиться, то, чтобы машину не надо было бы часто мыть, потому что часто мыть в бизнес-классе, сами знаете, тоже задолбает по несколько раз в день. А с керамикой все-таки будет гидрофобный эффект, и поэтому, естественно, мыть не придется уж так часто, как раньше я мыл. Ладно, ребят, в общем, присаживайтесь поудобнее, ну и, в общем, я гоню в детейлинг-центр. Но я больше хочу, конечно, гидрофобный эффект, чтобы машину меньше мыть, естественно. Все-таки на них такси, опять же, работаю. И каждый раз выходить его мыть машину тоже не особо хочется. Вот. Ну, и вообще хотел узнать, что мы же еще по работам делать. То есть, ну, давайте все-таки, ну, вас тоже еще раз ознакомим, что же мы будем делать по работам. Так, ну, в принципе, мы автомобиль помыли. Вот, мы его потом убрали окалины, которые были. Обычно они берутся из колодок. Там дорожную грязь полностью всю очистили, вот, обезжирили. Вот. Ну и в принципе дальше мы будем машину полировать. Керамику потом? Да, потом мы нанесем керамическое покрытие специально для пленок КП, потому что автомобиль полностью весит пленку. Вот. Далее мы потом уже займемся салоном. В салоне мы полностью сделаем химчистку всех сидений, дверных карт. Ну, естественно, здесь комбинированная кожа с аркандарой. Кожу мы покроем тоже керамическим покрытием. И руль отхимчистим? Руль отхимчистим, тоже его обработаем. И все вставки, которые в дверях кожаные, тоже все покроем керамикой. Ну а по времени сколько будет работать? Ну, я думаю, здесь как бы много работы, ну где-то до вечера. Ну и в принципе, когда керамика встанет, клиент сможет на следующий день машину забрать. Кстати, да, ребят, еще хотел что-то сказать, то, что мы хотим чуть обрезать пленочку, ну, чтобы этого стыка некрасивого не было и смотрелось нормально. Я думаю, пленку полностью переклеивать смысла нету. Вот, и плюс еще хотим также обрезать вот здесь потертость, тоже пленочки. Ну, конечно, здесь немножко лак, ну, потерся немножко, но ничего страшного, я думаю, там керамика все закроет, да и в принципе это не с бампера, как бы ничего страшного нету. Ну и, ребята, еще плюс к этому, нужно стойки пленочки оклеить, потому что, ну не знаю, почему-то вся машина в пленке, но стойки, ну, почему-то забыли. Вот, как раз сейчас уже занимаются, подготавливают все это, поэтому стойки тоже будут защищены. Ну, как я понимаю, мы тоже их отполируем, правильно же? Да, это надо полировать, в основном это все берется для того, что когда руками закрывается автомобиль, ну, понятно. В принципе, надо закрывать, ну, открываешь и закрываешь. Ну, это пассажирам не будешь каждый раз объяснять, естественно. Ну, это да. А то будет колыня стоять. Вот. Ну, сейчас защитим и стоечки, поэтому прям все, машина будет полностью бронированная, защищенная и гидрофобная, самое главное. Don't stop,
что, ребят, первые работы уже у нас завершились. В общем, сделали полную полировку кузова, естественно. Ну, точнее, не они сделали, не я. Я как бы тут просто присутствую и вам под снегом сделаю. Вот. Плюс еще также отрезали здесь кусочек пленочки. Как помните, там у меня был косячок. Блин, взял, заляпал зачем-то. Вот. Также антидождь на все стекла. На боковые, на лобовое, на заднее стекло. Плюс еще, естественно, на зеркала. Также, ребята, также. Уже немножко прибрались, можно сказать, салончики, но еще будут кое-какие работы идти. Руль теперь вообще в идеале, как будто новенький. Ну, реально, теперь он не затертый, потому что он и не был затерт, он просто был засаленный. И руль теперь очень смотрится круто. Ну и плюс еще сделаем керамику, получается, на седухе, ну, на коже, естественно, на которой ничего не будем делать. Плюс еще сделаем керамику также здесь на боковых картах дверей. Вот. Ну и, в принципе, вроде как все. Работа нас заняла, опять же, у них, не у меня, где-то часа 3, а то и 4. Поэтому, ребята, если вы задумаетесь, почему так дорого, потому что, блин, реально работы много. Причем работало 2 человека. И, как бы, я думаю, если бы работал один, намного дольше бы все это по времени заняло еще. Ну и, кстати, еще заклеили пленочкой вот эти стоечки, потому что они не были в пленке. Ну, то есть, все машины в пленке, но стойки почему-то обделили. А так осталось сделать керамику, и в принципе все, машина готова к обслуживанию, можно идти уже работать. Потом проверим, кстати, эффект антидождя, но я посмотрел на другой машине, как он действует, это просто очень люто смотрится. Просто машина стекает, и кабельки не остаются, ну, в общем, сами потом все увидите. А еще, ребят, сейчас мы дымовую шашку запустим, машину, в общем, вот такую, чтобы почистить кондей. Походу надо выходить, потому что сейчас я задохнусь точно. Ну, в общем, ребята, как-то так. Дымовая шашка запущена, двери закрываем. И, в общем, ждем 10 минут. Ну, а мы, в общем, погнали дальше делать детейлинг и наносить керамик. В общем, ребята, все работы закончены, поэтому пойдемте смотреть теперь реальный результат. Но результат, ребята, пушка-гонка, колотушка, потому что сверкает, блестит и отражает все, что видит. Ну, давайте, естественно, посчитаем, сколько же все это у меня вышло. Вас же по-любому это интересует. Во-первых, ну, что изначально сделал это? Как видели, супер люкс. Он стоил 1800 рублей. Нормально так машинку отмыли с несколько фаз мойки и так далее. Пропылесосили, ну, и очень много-много чего сделали. Потом, также, как видели вы, очистили диски от металлических краплений, но, во-первых, диски хорошо почистили, во-вторых, там специально идет, в общем, химия, и она как раз таки убирает все вот эти металлические крапления от тормозов. Ну, когда тормозишь машиной, естественно, все это летит на диски, и это нужно тоже убирать. Вот, то есть супер люкс у нас вышел 1800, а очистка дисков 1000 рублей, то есть, можно сказать, мойка. Супер-пресупер люкс вышло 2800, ребята. Потом сделал я еще озонирование салона. Это вышло у меня 1500 рублей. Ну, как видите, вот эта дымовая шашка, которая в салон мне закидывалась, она почистила, так скажем, кондиционер. Вот, это 1500 выходит. Тоже где-то все здесь мы считаем. Потом, самое такое уже пошло у нас топовое и самое дорогое, естественно. Полировка кузова. Полировка кузова вышла у меня 18000 рублей. Ну, в принципе, стандартная цена. Я думаю, практически везде такая цена, где даже дороже.
И сделали мне, ну, так как я делал большой комплекс услуг, сделали оклейку пленкой стоек двери в подарок. Ну, как видите, вот эти боковые стоечки мне поклеили бесплатно. Потом, после, естественно, как мы видели, полировочки, мы сделали керамику. То, что я очень и хотел, то есть ради чего я и шел. Пленку-то, понятное дело, полировать надо, потому что, ну, она как бы уже вся в царапинах была. И хрен знает, когда ее клеили. Но керамику я очень хотел, потому что, ну, все-таки это антидождь, самое это главное, то есть эффект антидождя, и машина не будет пачкаться очень быстро. Вот. Ну и, в принципе, дополнительно еще защита. Ну и машина. Главное, что машину не надо будет часто мыть. И вот керамика вышла автомобиля, то есть кузов автомобиля, с топовой какой-то керамикой, там, Ceramic Pro 9H, ну, не разбираюсь с ним, честно говоря. В общем, 32 тысячи рублей, ребята. Потом почистил я салон, ну, точнее, мне почистили салон, дверные карты полностью, можно сказать, такую небольшую химчистку сделали. Ну и самое главное, то, что я салон, ну, то есть именно кожаные все вставки, попросил, чтобы покрыли тоже керамикой, чтобы была дополнительная защита. Опять же, машина работает в такси, естественно, защита нужна. Такая услуга стоила, конечно, немало тоже, двадцаточку вышла. Вот. Но, опять же, не все это будут услугу, я думаю, делать. Я просто решил сделать, раз я сюда приехал, решил сделать полноценный, можно сказать, комплекс. И чтобы больше тут год вообще надо не заезжать, да. Поэтому решил тоже сделать керамику салона. Чтобы даже если вдруг кто-то испачкает, естественно, можно было легко тряпочку притереть, и никаких следов не осталось. Ну и финальное такое небольшое тоже, мы сделали еще антидождь. То есть все стекла в круг, то есть боковые стекла, лобовое, заднее, даже зеркала. Антидождь вышел мне 5500. Ну и теперь сколько же в итоге все это, вся эта процедура у нас вышла, ё-моё, ребята. А в итоге вышло, если без скиды говорить. Готовы, да? 79 800. Как-то так. Но на эту лейбу, конечно, ничего не жалко. Но если со скидками, то 10% скидка у меня, естественно, получилось выбить, ну, потому что как бы я все-таки снимал, все такое, ну, сами понимаете, тоже узкий блогерский приоритет. Так что 10% сделали скидку, и вышло 71 820 рублей. Но, ребята, опять же, только ради вас, я согласовал вам тоже такую же скидку. То есть, если вы пойдете именно от меня, ведете вот этот промокод, да, точнее, не ведете, а скажете его, естественно, или просто скажете, что вы пришли от меня, вам сделают 10% скидку на любые услуги. То есть, на любые услуги. А если комплекс, там тоже хорошая скидочка выйдет. Обязательно так же говорите, что от меня пришли. Для вас скидка согласована, действует она будет очень долго, я думаю, вообще будет постоянно действовать. Поэтому обязательно говорите, что от меня пришли, и вам тоже будет скидочка. Ну и, собственно, все, ребята. Я сейчас хочу вам еще показать, как эта машина имеет свой гидрофобный эффект, то есть показать тот момент, когда пойдет дождь на улице, да, чтобы вы посмотрели вообще, как это все красиво выглядит. Вот. А так, опять же, на этих ребят я оставлю ссылочки все в описании. АТП-15 находится на автомобильной 8. Обязательно к ним обращайтесь, заезжайте, мойте машинки, ну и делайте такие крутые комплексы, потому что все-таки машину тоже нужно защищать, ну и все-таки ее беречь. Вот. Так что все ссылочки на них опять же будут в описании. Ну и промокодик там тоже будет. Ну а я, в общем, с вами все прощаюсь. Всем огромной-огромной удачи. Ну и как обычно, всем пока. Ну и, ребят, раз по закону полностью дождь закончился, придется его самому импровизировать. В общем, хочу проверить керамику, ну и антидождь все вместе. Давайте просто прыснем и немножко помочим машинку. Вау! Ничего себе! Эффект бомба. Опа, ребята, просто там стекает, тут стекает. В общем, прям то, что надо для работы в такси, ребята.